как работают воздушные и железнодорожные ворота региона, ремонтируются ли дороги и в нормальном ли состоянии пассажирские перевозки. Эти и другие вопросы обсудили на совещании по итогам работы транспортной отрасли за первое полугодие этого года. Встреча прошла на автотранспортной базе одного из ульянских перевозчиков. Поэтому без небольшой экскурсии по цехам и осмотра станций техосмотра не обошлось. Кстати, за 3 года за счет областных и федеральных средств был обновлен подвижной состав предприятий, работающих на межмуниципальных маршрутах. Городским перевозчикам было закуплено около 200 автобусов разных марок. Транспортная доступность населения Ульяновской области обеспечена. Есть, конечно, и недостатки, уважаемые коллеги, о которых мы сегодня поговорим. В нашем регионе представлены практически все виды транспорта: железная дорога, автомобильный транспорт, авиационный, речной транспорт. Продолжается ремонт автомобильных путей сообщения. Подрядчики сдают в общественное пользование объект за объектом. Дело продвигается благодаря государственной программе «Безопасные и качественные дороги». На средства регионального и федерального бюджетов строят и ремонтируют не только городские магистрали, но и междугородние трассы. Из 25 участков, которые проходят по областным дорогам, в настоящее время на 11 участках работы завершены по ремонту. На остальных участках ведутся работы по благоустройству территории, нанесению разметки, планировке обочин, укреплению откосов. Обсудили текущую обстановку и в железнодорожной отрасли. Как известно, после ремонта центрального вокзала на рельсы встали 24 новых плацкартных вагона, которые следуют в составе фирменного поезда «Ульяновск-Москва». Второй этап реконструкции начнется уже в этом году. Правительством и РЖД запланировано строительство тоннеля для выхода на третью пассажирскую платформу вокзала. Отремонтировали железнодорожный вокзал в прошлом году поэтапно совместно с правительством Ульяновской области. В этом году продолжается второй этап уже модернизации и благоустройства территории. Авиасообщение региона тоже претерпело преобразование. Наконец-то история о сдаче аэропорта Боротаевка подходит к логическому завершению. Уже в августе запланировано его долгожданное открытие и начало запуска внутренних и международных рейсов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.